Рев моторов и клубы снега. На Театральном озере прошел первый этап личнокомандных автомобильных гонок «Зимний спринт 2016». На старт ледяной трассы выехали 37 автомобилей в 4 классах. Заявку на участие в первом этапе зимнего спринта подали более 80 человек, но лишь 47 гонщиков решились пройти квалификацию. После нее к основным соревнованиям допустили 37 автолюбителей. Обязательным правилом для всех участников было полное соответствие их автомобилей правилам ПДД. К тому же на трассу не выпускали без шлема безопасности. В этом году длина трека увеличена и составила 2 километра 200 метров. Быстрее всех справился с 11 поворотами и показал абсолютно лучший круг гонщик на Subaru Impreza VRX Александр Сухих. Он же стал победителем в классе полноприводных автомобилей. В переднем приводе золото первого этапа досталось Сергею Каленову на Ford Focus. В классе заднеприводных авто первое место завоевал Александр Антуфьев на отечественных «Жигулях» третьей модели. 6 гонщиков на спортивных болидах выступали в масс-старте. По итогам 5 заездов лучшим стал Артем Зелянин. В командном зачете лидерство захватили пилоты D2 Team. Второй этап состоится 21 февраля.